Исходя из того, какой путь мы проделали после игры в Владивостоке, со всеми поясами, со всем количеством времени, которое мы добирались сюда, игроки сделали большую работу и показали, что мы единое целое и прошли в следующий раунд. Поэтому всех болельщиков СКА с победой и с приходом в следующий этап. Следующий тренер нефтехимика Кирилл Новиков в прошлом раунде назвал Кубок России головной болью тренеров первой лиги. Как вы относитесь к турниру? Но для меня футбол – это не головная боль. Но мы учитываем все составляющие, да, не только одну игру, сегодняшнюю или прошедшую, еще что-то. То есть мы готовим всех игроков, и, исходя из этого, планируем тот состав, который будет играть ту или иную игру. Например, были сегодня игроки, которые отыграли 90 минут в чемпионате и вышли сегодня после этого пути. Поэтому еще раз это подтверждает о том, что мы все живем той цели, которая перед нами есть. А это выигрывать каждый матч. Кого бы вы хотели в следующем раунде в сопернике? Хорошая команда, которая играет в футбол.